Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Ол ТВ, Гусанёк, Крошка, Крошка, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем досмотра. Сегодня долгожданная рубрика, которую мы не записывали очень давно и записываем очень редко. Угадай аниматроника по звуку, так как появились новые офигенные аниматроники, которых пацаны не очень сильно-то и знают. Да, конечно. Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. Закрывайте калитку. Моя цель — их очень сильно обмануть. Ну, начнем с простого, для того, чтобы их запутать. А кто это? Это аниматроник. Ну, аниматроник. Какой? Рокстер Бонни. Ну все, открывайте. Твое ЛТВ мнение. Наверное. Давайте. Я же не сказал. А я не могу убивать, я могу только танцевать Макарена! Макарена можешь танцевать. Ребята, напишите в конце ролика обязательно, кто сколько раз выиграет, а сколько раз проиграет. Когда пацаны не угадывают, я побеждаю, мне одно очко. Когда пацаны угадывают, им одно очко каждому. По очку. Как-то странно это звучит, ну ладно. Я рада, что вы не угадали! Это хорошо. Sister Location, вот это вот. Да, уже Гусанёк уже догадался, что я буду с разных паков брать. А Scrap Baby только какая? ФППС. Сейчас. Мне кажется, это... Ну да, это Scrap Baby. А Baby? Ну, знаете, он, наверное, мог взять какую-то этот ретро Baby, либо... Не-не-не-не, он не такие звуки. Ну, Тим, походи. Ну вот. Или Starlit Baby. Мне кажется, Scrap Baby обычная. Scrap Baby отвечаю. Ну давай. О. Да ладно, ладно, ладно! Так, Максима мы не берем на следующую запись, он тоже что-то сильно много знает. Да ты сильно много... Так, не подглядывать. Там у нас дверь заедает. Я понял. Хорошо, давайте будем их запутывать. Топ. Это из PUBG's. ГОЭС. Это не синий, это фиолетовый. Это может Black the Bad Guy, скорее всего. Нет. PUBG's может сам вот это. Это вот PUBG's зависел, наверное. Давайте PUBG's зависел вот этот сам. Мне кажется, это Сафон. Нет, это... Сафон другой звук, нет, это PUBG's. Да, что? Да. Да вы задрали, да блин, да ну все, все, все. А, вот так, да? Нифига себе, тут уже кровавый понос на стене. Блин, ну их тяжело обманывать, оказывается. О! Так, я слышал. Это FNAF 3, отвечаю. Только кто? Я не знаю, кто. Что, есть звуки? Блин. Ой, блин, я не хотел вас убить, у вас скример, да, появился? Да. Да ладно, ладно, ну все, не считается. Да блин, хотел нажать атаку, ну видишь как. Хорошо. Не будем считать это за очко. Будем. Ладно, ладно, меняем аниматроника. ЛТВ, ты наврал, это не FNAF 3. Да я думал, FNAF 3 там. Блин, я так обрадовался, что он не угадает. Хорошо, давайте немножечко вам упростим. Это FNAF фильм. А кто? Это либо Бонни, либо Чика, либо Бонни, либо Чика. Нет, это Фокси. Это Фокси. Нет, это не Фокси, это как он? Который сломанный, такой, типа Фредди. А, это машина для убийства. Да, вот это. Я думаю, тут это... Пацаны, если вы неправильно угадаете, убивай всех, очко не засчитывается, сразу говорю. Такого не будет, что вы там сказали, то должно быть остаточный вариант. Блин. А, я тоже за машину убийств, потому что у нее такой звук. Да. Да вы запекали, да что такое? И дверь сразу закрывает. Блин. Да блин, вы как-то очень хорошо знаете их. Изи, усложняем. Это Spring Endo. Это Spring Endo. Отвечаю вам. Я его звуки знаю наизусть. Это Spring Endo. Ну давай. Точно? Я же говорил. Блин, набрал на свою голову сильно очень умных пацанов. Хорошо. Усложняем. Пацаны, это что-то разогревка, вы сейчас не будете угадывать. Да, конечно. Ну, да. Точно? Уверен? Уверен. Давай.
Joy of Creation. Это либо Чика, либо Фокси. Это Фокси, Фокси. Я думаю, Чика. А на правую кнопку нажми. А ничего не происходит. Это Чика. Не, слушайте. Так они одинаково бегают. Они одинаково бегают. Мне кажется, давай Чика, это Чик, на Чику. Чику. Надо Чику. Ну давай Чику. Боже, как тяжело что-то мне встает. На самом деле я поддаюсь, пацанам. Все, вы готовы к сложным моментам? Да. Конечно. Ой, этот как он? Гличтрап, это Гличтрап. Да. Отвечаю, кажется... Сань, отвечаю, это Гличтрап. Я вспомнил, да, это Гличтрап. Ну да, это Гличтрап. А я не могу, да, выиграть, я так понимаю, в этой ролике? Да. В этой ролике. Ой. Так, не подглядывать, не подглядывать. Поехали. Изи. Rockstar Freddy. Rockstar Freddy. Обойдет. А вы можете по одному? Что вы все мочите меня? Я к вам хорошо отношусь? Хорошо. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Марионетка. А Лефти? Или... Либо Лефти. Да, это Лефти, наверное. А или... можно Ctrl нажать? Ctrl нажать. Да, это Лефти. Да блин, я не буду нажимать больше никакие кнопки. Хорошо. А вот это кто? Сейчас. Ctrl нажмешь? Ничего не про... А, он уже... Ладно, я вообще не буду говорить, что он делает. Не, ну звук как Лефти, но... Но это не Лефти. Ну музыка другая. Это либо... Ну вообще по этим штукам, возможно, это снова Лефти, потому что у него этот замыкание идут. Это Лефти, вот этот с магнитка внутри, наверное. Есть уже две вариации Лефти. Я больше Олтовой не беру, ты пошел отсюда. Ты он сильно много. Ты реально их выучил, что ли? Да. Лефти с марионеткой, который. Я знал, что... Гусанёк, ты был очень близок. Ты реально красавчик. А я взял и запутал. Ну, они ж, блин, закрывайте калитку. Ну, они ж, блин, тупики. Как я рад, что вы не угадали. А. Мы наконец-то угадались. А, Балора, 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 Балора. Согласны все? Нет. Она же не слышно у неё шагов. А, стоп, да. Какая Балора? У нас Балора нет. А. Ты чего? Ребята, кто смотрит сейчас ролик, напишите обязательно в комментариях название пилпаков, с которой можно снимать эту рубрику. Мы обязательно сделаем. Только одно условие, чтобы это аниматроники издавали звук. А у нее только один звук? О, а что у меня лампочка тухнет сама по себе? Прикольно сделал. Раньше такого не обращал внимания. А ну? А... Ты упал, что ли? Какая-то, опять это какая-то либо Scrap Baby, либо Starlit Baby, либо Retro Baby. А еще один Lefty? Он взял Lefty на другого. Нет, нет, это не Lefty уже, это уже точно не Lefty. Слушайте, кто так садится? Кто-то из это, представителей Baby. Ну? Ну кто? Может, это Lefty? Нет, 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 Максим, нет, Максим, это не Lefty. Я тебе отвечаю. Ну слушайте, кто так садится? И кто-то из представителей. Кто-то из представителей Baby, ну кто же? Ну, три. Ну думайте, думайте. Думал, это Лефти, он его по-любому может. Давай, давайте. А вдруг Лефти, Гэн. Давайте Scrap Baby. Опять. Ну ладно, давайте Scrap Baby. Блин, Максим, ну чего тебя никто не слушает? Когда они записывают втроем, это очень круто, потому что у них разделяется мнение и начинается путаница. Ну, Максим, ты реально был прав. Я думаю, блин, сейчас опять угадают. Смотрите, счет выравнивается. Сейчас до того дойдешь, что будет одинаковый счет у нас. Я рады. Хорошо, поехали дальше. Это был другой Лефти из другого пилпака. Ну, простите. Ну, вот так вот. Вам полегче или посложнее что-то? На серединке. Хорошо. Это Ignited Foxy. Ignited Foxy, отвечаю. Давай. Да, он так ходит. Ignited Foxy. Ну, видите, я вам послегче сделал. Это было очень очевидно. Давайте тогда будем опять вам усложнять. Такс. Есть у меня на примете здесь очень классный персонаж. Я просто вышел, чтобы он в руку не увидели мои, потому что они большие какие-то. А, я понял. Не, я не буду, нет. Я перепутать не буду этого брать. Вы сразу поняли, кто это.
Так, кто-то из нас из FNAF 2. Это Маракас опять? Опять это Чика. Рокстар Чика? Это Рокстар Чика, да. Ладно, ладно, я думал, она будет другие звуки издавать. Она не хочет издавать другие звуки. Мексиканская музыка. Мексиканская морда. Поехали. Нет, стоп, 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 не та, не та. Сейчас, 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 я возьму совсем другого. О, это Burn Trap может? Это Burn Trap, но какой, ну какой, из какой этой? В смысле, обычный Burn Trap. Из какого пилпака? Security Breach? Security Breach, да. Точно? Или стой, или кто у нас еще может? Да только он вроде. Да, только он. Да, только, ну да, только он может. Ты, блин, угадали, угадали. Хорошо. Хорошо. Усложняем ситуацию. Ой-ой-ой-ой-ой, так надо как-то мне так встать. Это Twisted Freddy какой-то, только я не знаю какой. Мне кажется, это... Это большой, наверное. Так, Twisted Freddy или Twisted Golden Freddy? Нет, Twisted Freddy, есть две же версии у него. Да. Ну, а походи, можешь походить? Не могу, если вы увидите мои ноги или руки. Он невидимым становится. А ты можешь стать невидимым. А вы фонарика можете подсветить и увидеть текстуру мы мою? Не, мы не будем, мы не с этим. Это большой, это большой, это большой. Это который, подождите, стойте, это который из Five Nights at Freddy, ну который этот. Это Twisted Big, это Big большой. Ну или Big, или вот этот маленький. Нет, это Big, это Big, я отвечаю. Так Big и маленький, такой же звуки остаются. Нет, у них разные звуки, в этом прикол. Блин, ладно, молчу. Думаю, Golden. Давайте. Ну просто это Twisted Freddy вот этот. Twisted Freddy, ну. Так вы сказали Big, а это был не Big. А, да какая разница? Нет, 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 нет. Разница большая, специально. Нет. Нет разницы, мы выиграли. Нет, как... А зачем тебе говорили Big? Опа. Так, А, Molten Freddy. Да? Точно? Ну... Да, наверное. Мне, а может быть Эндо? Это нет, это не Эндо. Ой, это еще, ой, как нет, он? Нет, это не Эндо, это Мо... Молтон Фредди. Молтон Фредди. Все, все согласны, да? Блин, тяжело обмануть вас, очень тяжело, но я буду стараться. Наверное. Так, продолжаем дурить вас. Так, ага, кто еще? Это кто? О, это как он, на роликах вот это вот. На... А, это Starlight Baby. Starlight. Она? Точно? Она на роликах. Ретро просто бегает, а Starlight на роликах. А, значит, понял. Starlight. Диан. Ладно, выиграли, выиграли. За тот раз я вам отомстил за то, что меня убили. Да все. Блин, ну прикольно получается. Такс, хорошо. Давайте будем усложнять ситуэйшн. Еще сильнее. Блин, ну вы прям сильно же шарите, понимаете? Бери новеньких. О. Яйцо. Яйцо, яйцо, эг. А их там два. Эг бэйби. Ну эг бэй, ну эг бэйби. Есть ман, да как разница, ничего не тоже. Эг бэйби. Просто эг бэйби. Просто эг бэйби. Да. Все. А я думал, они другие, там не разные. Получается, если увеличусь, я буду те же самые звуки, да, издавать? Ну да. Ну да. Все по феншую. Опять из FNAF этого 6. А ну звук давай. Control там нажми, не знаю. Фокси, Рокстар Фокси. Да. Да блин, я хотел сказать. Да ладно, 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 не получилось, обмануть вас хотел. Попугайчик издает такие звуки, не. Хорошо, поехали дальше. Ой. Это, блин, знакомое что-то. Есть еще звуки? Это FNAF 2. Это не FNAF, не совсем FNAF 2. Может быть это PPPR WNV? Это не WNV, не, это не PPPR вообще. Это какой-то другой пилбак, я точно не могу сказать. Ну блин, давай, ну давайте... Стой, подожди. Второй части.
А, я не знаю. Но? Ну все, сдавайтесь. Нет. Так блин, так в чем прикол, ведь он... Если он такой звук издает. Слушайте. Кто это? Ну эти звуки издают в SAMF2 аниматроники, в принципе. Ну, но они не таких звуков, типа... Иска, а, они не можно издают. Можно другой звук какой-нибудь? Нет, только эти издают. Ну тогда... Ну я... Может, давай... Другой... А, хотя нет. Давай Purple Guy, может, будет. Какой Purple Guy, ты чё? R, E, F там... Или... Я не знаю, кто это, честно. Короче, ладно, давайте отдадим ему одну очку. Кто же это был? А. Кто? Иди отсюда. Жопа, да блин, ты... да я забрал очко. Ну пацаны, ну блин, ну хорошо. Я рад, блин, вот я сейчас не понимаю, сколько раз вы выиграли, сколько раз я. Вот уже как-то... Мы больше, да? Точно. Надо сравнять. Да. Хорошо, поехали дальше. Опять взял кого? Это той Фредди, скорее всего. Два. А можешь подожди, сейчас можешь? Давай еще другие звуки поиздавать. Нажми правую кнопку мыши. Левую, не правую, левую. Это той Фредди, он шаляпу снимает, я знаю эти звуки, это той Фредди. Да ты задрал, блин, я не хочу ничего нажимать, вы меня путаете. Ну так как, мы больше не узнаем. Ну понятно, хорошо, погнали дальше. Опа. Это кто-то опять из SAMF2. Есть еще звуки? Все, что ли? Это, всё? Наверное, той Golden Freddy, скорее всего. Но не точно. Может быть, нет? Может быть, это той Trap? Не, той Trap не... Не, у него еще там другой звук будет, помните? Мы его не угадали еще. RBQ. Поэтому, скорее всего, это той Golden Freddy. А ты нам поможешь побегать? Он не бегает. А вот, да, слушай. А, звуков нету. Нет, это не он, значит, а кто это? Вот слушайте. Так и звуки обычных шагов. Обычные шаги, да? Да, шаги. Шаги, да. А кто это? Может, здесь фантомов кто-то? А кто тогда? Может, это... Ну точно не Balloon Boy. И не может это этот? RVQFSFF. Не. У него на R есть стадии, там звук есть. Это не. Да. Пацаны переживают. Он только пару звуков издает. Кто это тогда? Кто у нас такой типа призрачный? Может той Trap реально? Ну либо той Trap. Той Trap, скорее всего, да, той Trap? Я думаю, той Trap. Или той Golden Freddy. Рандом. Я просто на рандомке. Либо ты Golden Freddy, либо той Trap. Ну ладно, давайте, короче, все, достаточный выбор. Какой? Той Golden Freddy, давайте. Той Trap. Нет, той Golden Freddy был, когда... Вы что гоните, пацаны, вы что там ходу перебываетесь? Я так не дружу с вами. Может, это той Trap. Так, ну, сейчас уже, я думаю, что поровну, не? Нет, блин. Ну больше еще. Может, ты где-то на 2 очка, либо на 1. Ладно, что да, 1 очко, хорошо. Так, усложняем вам ситуэйшн. Не надо. Я стоп вообще другого пака возьму. Ага. Стоп. Опачки! Слушаем. И чё? У меня есть предположение. У меня 0 предположений, решайте сами. Подожди, какие ещё звуки? Да блин, он взял аниматроника, которые звуки не издают, нечестно. Я издаю звуки, ты чё, гонишь? Ну звук, который... Как будто мангл, но очень приглушённый. Кто такой звук, типа отдалённый, что ли? А можешь побегать там, не знаю? Вот бегаю. Как обычно? Да, обычные шаги, да. А может это Phantom Mangle? Может реально, ну звук такой. Приглушённый мангл из второй части. Ну... А, нет, у нее там, или я не знаю. Ну, скорее всего. То есть она тихо, да, ходит, вы хотите сказать? Я вообще не слышу шагов. А у нее нет шагов, у нее звука. У Мангла разве нет шагов? Именно у этого аниматроника кто-то сейчас взял. А, все. Обычный... Все, я молчу. Да, нету. Ну, скорее всего, это Фантом Мангл. Да, я думаю, я уверен, Фантом Мангл. Давайте Фантом Мангл.
Ладно, я признаю, что в этом ролике победил я. Ну, то все четко, да, играл? О, нифига себе, только пора. Ладно, давайте последняя попытка у меня. Все, решающий, кто же лучший? Блин, ну меня надо сейчас так вас сильно много обмануть. Не обманет. О! Поехали. Я ничего не слышу. А, он звуки не издает, рахит. Да, стоп, 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 стоп. Тогда давай. Вот. Это FNAF 2. Скорее всего, Визард. А ну и звуки. Да. Да, это FNAF 2. А, ну, а еще какие-то правая кнопка мыши. Или Визард той Бонни? А R английская есть? Да, нажми на R. Не, никаких действий не происходит. Так, значит, это Визард той кто-то. От, блин. Той Бонни или той Фредди? Либо да, либо ты. А на контроль походи-ка. Это той Бонни, наверное, без той Бонни. Это ты. По-моему, той Бонни на контроль не так ходит, ну, чуть быстрее. Не, он так как раз таки ходит медленно. Я думаю, да, это Визер. Это, нет, это Визер той Бонни. А я Визер, думаю, я думаю, это Визер и той Бонни. Это той Бонни. Ты что, опять? А ну стой. Дим, побегай, побегай. Той Бонни же быстрее. Это вот слушайте. Блин. Или так же бегать. Это Визер той Бонни, я говорю, наверное. Я думаю, той Фредди. Визер той Бонни. Визер той Бонни. Фредди. Той Бонни. Ну все, вас двое, значит, да, открывайте, ребят. Максим, да ты что, лучше ОЛТВ все знаешь? Прикольно получилось. Но мы все равно, мы так или иначе все равно выиграли. Не, я сравнял очки. Ой, очко сравнял. Да, конечно. Ты задрал. Я вас буду убивать всех. Да шо? Ай, ладно, все, да, победил я все равно. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока. Всем пока.